Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают. Следует наращивать усилия в тех регионах нашей планеты, где нас ждут и понимают. Именно с ними связан выход из пандемийного кризиса. Это, прежде всего, постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия, Китай, страны СНГ, быстро растущее государство Центральной Азии. На международных площадках, в первую очередь ООН, приложить усилия по доведению реального положения дел Беларуси и роли гегемонов в неудавшейся попытке цветной революции в нашей стране. Союзникам, всем иным предоставить информацию нам надо, скрывающую суть новой генерации цветных революций.